В рамках реализации ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» активно продолжаются работы по благоустройству главного парка в ауле Кашхабль. Этот проект стал одним из важных шагов к созданию комфортных условий для жителей и гостей нашего района. На реализацию данного проекта выделяется 3 300 000 рублей. Средства будут распределены следующим образом. 2 миллиона рублей предоставит федеральный бюджет, 260 000 рублей будет выделено из местного бюджета, а 1 040 000 рублей представят собой совместное финансирование со стороны населения. Уверены, что результаты проводимых работ по благоустройству парка станут ярким примером тому, как сельские территории могут быть не только комфортными и привлекательными местами проживания, но и способствовать развитию активной гражданской и культурной жизни.